With his professional record, 6 bouts, 4 victories and 2 losses. His style is MMA, fighting out of Ljubljana, Slovenia, Matias Fikar! And he's opponent across the cage, fighting out of the red corner. 28 years old, he stands 174 centimeters tall, official weight 71 kilograms silver. Professional record, 1 bout, 1 win. His style is boxing. Ladies and gentlemen, from Vienna, Austria, Hamza Musayev! Да, и при этом Александр озвучил как раз бойца из Словении, как фамилию его произнося Вика. We're using the unified rules of MMA. Okay, don't forget the new rules. We need to keep the fingers up and beware of the down opponent. Okay, touch gloves and move back. Как раз, я так понимаю, на усмотрение, может быть, немецкая как раз в большей степени, потому что если мы говорим об английском языке, то там в большей степени как раз Вицар будет более правильно. В английском языке всегда весьма оригинально произносили славянские фамилии. Давайте достаточно вспомнить, да, как англоязычные комментаторы и ринг-анонсеры произносят фамилию Федора Емельяненко, да, или Вячеслава Василевского в том числе. Да. Ну, смотрите, как интересно попадание. Начинает Хамзат. И все в боксе, в классическом боксе. Очередная двойка, жесткая справа. Хамзат действует точно, Мусаев великолепно. Третий из такой повторной атакой он... И здесь, смотрите, попадает еще раз справа, но сам мог пропустить в разрез. Есть еще один удар справа, точный. И болтануло сейчас словенца. Не ожидал он такого напора сразу же на первых секундах. Хорошая школа бокса у Хамзата Мусаева. Вот в левшу становится Хамзат, и с левой руки начинает атаку. Очень... обученный боксер Хамзат. Великолепная школа бокса в Чечне, мы знаем, сейчас клуб Ахмат продвигает бокс максимально. Опять же, все благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу. Ну, это первый ответ последовал от словенца. Первое удачное попадание боковым, но радость это была недолгой. Размен. Немножко пришел в себя словенец. И обратите внимание, уже более 2 минут прошло. Пока что Хамзат совершенно не подключал ноги, достаточно было работы на руках. Но здесь мало вероятно, что он и будет их подключать. Все-таки второй номер в Республике Австрия. Это очень серьезный уровень, олимпийский вид. Мало вероятно, что он очень классно владеет техникой ног. Здесь видно, что он заправский боксер. И он как раз будет работать именно... Оу, здесь, посмотрите, там чуть потерял равновесие Хамзат, но попал, опять же, из левши достаточно точно по словенцу. Сейчас попробовал апперкотом достать Хамзат. Попытку ударить коленом Хамзата. Не получается так качественно отработать на этой дистанции коленями. Очень жесткий... в жесткой форме попадает опять же справа с двойкой, классической, чуть полускачком, нанося этот удар Хамзат. И здесь пытается добить Партерин, но здесь аккуратно. На болевой пытается выйти. Словенец снизу. И очень опасно сейчас может все закончиться для австрийско-российского бойца. Да, здесь взята рука очень серьезная и болевой прием. На руку осуществляется, пытается защищаться. И как смотрите, как Хамзат, знаете, какой молодец. Это невероятно, что он сейчас делает. Тоже пластичный парень. И не дает возможности ни в коем случае расслабиться ни на секунду словенцу. И переходит в контратаку и находится уже сверху. Хафмаунте, и при этом я думаю, что он не будет отпускать словенского бойца и будет продолжать реваншировать после очень опасного, конечно, эпизода для себя. Но смотрите, все-таки пришел в себя Матиас Вица после такого стартового натиска за счет ударной комбинаторики от Хамзата Мусаева. Все-таки Матиас Вицар поопытнее и ощутимо поопытнее.
6 поединков провел в карьере против одного Хамзата. И сейчас уже, конечно же, бой не идет в одну калитку, как это было на первых минутах. Хотя в любом случае можно сказать, что раунд Хамзат забирает. Да, слишком много было попаданий по большей части времени первого раунда, и все они были как раз на стороне Хамзата, особенно в ударной технике, в стойке. Ну и здесь вот в попытке добивания также. Нужно пользоваться Хамзату Мусаеву своим преимуществом. Предварительно видно, что Вица не обученный ударной технике боец. Особенно в школе бокса. Так таковую у нее, она отсутствует у него. И сейчас ищет. Он, конечно, опять ищет руку. Мицар. И, кстати, сейчас что происходит? И вот сейчас снова попытка выйти на болевой. Потрясающе пластичный, конечно, Хамзат. И здесь, да, все-таки сдается. Только я сказал, что забирает раунд Хамзат. И все-таки опыт есть опыт. Надо было быть до конца внимательным и сконцентрированным. Да, Вицар в своей манере. Но видно, что этот парень тяготеет, конечно, к грэплингу. Тяготеет к работе в партере. Он искал, охотился за рукой Хамзата Мусаева и осуществил эту охоту на 5 баллов. И удалось все-таки навязать именно ту манеру продолжения поединка, которая выгодна именно словенцу. Видимо, что все-таки не стихия Хамзата. Может быть, вы знаете, Вадим, я здесь с вами не соглашусь, что... На данном этапе. На данном не соглашусь с одним вашим тезисом, что ему удалось навязать. Он как раз-то, по-моему, не навязал. Он искал ошибку. Да, он искал ошибку. Как раз-таки козырь, которым силен словенец, он и сработал в итоге. Да, он искал ошибку в действиях Хамзата Мусаева и нашел ее. Он просто ждал, когда Хамзат ошибется. Вот... А Хамзат так или иначе бы где-то допустил ошибку, она стала роковой, он где-то не следил, естественно, за своей собственной работой в ударной технике, в том числе в ground and pound, но вот и воспользовался как раз Вицар этим. Мусаев's 1-2 coming forward, his boxing just coming behind that really quick, powerful jab, and here you see him in the arm bar, his right arm's in there, and that's that popping motion right there.